Едет мужик на рыбалку, собрался, дождь, тьма, холодно, ветер, трасса непроглядная, ни света никакого, ничего, ни машин. Поворачивает, на повороте стоит полицейский, останавливает его. Ну и начинает пытаться как-то все-таки найти причину, чтобы оштрафовать водителя. С одной стороны походил, с другой стороны походил, все в порядке с машиной, документы все пересмотрел, все отлично, все окей. Капот открыл, номера сверил, все классно, все окей. По базе пробил, все четко, все сходится, претензий никаких нету. Думаешь, как же все-таки это самое, этого водителя заставить заплатить штраф? Говорит, рыбак, вот смотри, ты ж правила сдавал? Сдавал. Автомобиль знаешь? Знаешь. Должен знать устройство автомобиля. Вот, ну да, я в принципе знаю, там, насколько это полагается, да, знаю. А в чем вопрос? Смотри, я сейчас тебе задам вопрос, если ты не знаешь, то я заберу у тебя права. Хорошо, валяй. В чем вопрос? Смотри, если я тебе разобью правую фару на автомобиле, какой скат у тебя спустит? Рыбак постоял такой, постоял, голову почесал, поворачивается к нему. Говорит, слышишь, полицейский, а я тебе, если я тебе рыбьим хвостом да в лоб, какой шнурок у тебя развяжется?